Я приветствую всех на своем канале «Вкусно и кошерно». И сегодня мы приготовим очень простой рецепт из тунца. Опять из тунца. В прошлый раз мы готовили с вами тунец по-американски. А в этот раз мы приготовим тунец, как его готовят в Израиле. И очень минимальное количество продуктов. Для этого рецепта нам понадобится одна баночка туны. Здесь у нас 113 грамм. Полбанки кукурузы. 200 грамм, 2 яйца куриных, они уже отваренные, ложка майонеза и соль с перцем. Значит, тунец перекладываем в наш салатик, надо его размять вилочкой, чтобы он был мягенький. Чтобы не было комочков, очень так мелко надо его со всех сторон. Готово. Теперь насыпаем половинку баночки кукурузы. Режем 2 яйца на кубики. Соль и перец много не надо, потому что майонез уже соленый. Главное не переусердствовать. И ложка майонеза. Все перемешиваем. Все, наш салат готов. Ну, а что делать с оставшейся половинкой банкой кукурузы? Это вы узнаете завтра. Завтра мы приготовим новый рецепт. Вот такой салатик туна у нас получился. Приятного аппетита и до новых встреч!